Вес Александра Беспутина 68 килограммов и 300 граммов. Одиннадцатый бой вечера. В первом полусреднем весе 12 раундов. И в синем углу боксер из Боливарианской республики Венесуэла. To the blue corner we welcome the boxer from Venezuela, Albert David Rojas. Вес Альберто Рохаса зафиксированный составил 62 килограмма и 700 граммов. И сейчас прямиком из Ростова-на-Дону боксер красного угла Харитон Агрба. Вес Харитона зафиксированный составил 63 килограмма и 550 граммов. Ну а теперь мы ждем не дождемся фотографии лицом к лицу. Харитон. Спасибо, and on camera. Спасибо, thank you. Двенадцатый. Ожидаемый поединок завтрашнего карта. 12 раундов во втором среднем весе. И это бой за титул чемпиона WBC Силва. Во втором среднем весе действующий чемпион, боксер синего угла из города Курган-Тепа, Андижанской области, Республики Узбекистан, Азизбек Абдугафуров. Под пристальным вниманием супервайзера Всемирного боксерского совета Оксаны Семенишиной вес зафиксировал и составил 76 килограммов и 150 граммов. Таков вес Азизбека Абдугафурова. Будьте готовы приветствовать его соперника. Претендент, боксер красного угла из Новосибирска, Павел Силягин. Вес Павла зафиксированный составил также 76 килограммов и 150 граммов. Фотография лицом к лицу. Спасибо. И на камеру. Главный бой вечера. Бой, которого вы ожидали. Если вы его действительно ожидали, дайте аплодисменты, ведь здесь появятся участники главного события
завтрашнего вечера. Встретятся в бою за WBC World Light Heavy Title и IBF Light Heavy Title. Бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации. Супервайзер Международной боксерской федерации Михаил Денисов. И сейчас, после столь продолжительной паузы, любимчик российской публики, боксер красного угла, Артур Петербиев! Ladies and gentlemen, appearing on the stage and on the scales first, Artur Beterbiev, representing Fight Club, Ahmad. Официальный вес Артура Петербиева 79 килограммов и 200 граммов. The balance reading on the scale stopped at 79.2 kilograms. This is the official weight of Артур Петербиев. И сейчас будьте готовы приветствовать его соперника. Прямиком из Германии. Ladies and gentlemen, be ready to greet his opponent. Straight out of Germany, Adam Dines! Вес Адама Дайнеса составил 79 килограммов и 50 граммов. The official weight of Adam Dines is 79.05 kilograms. И прямо сейчас долгожданная фотография лицом к лицу. It's now time to face off. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Thank you.